Где мой любимый фильтр авокадо? Почему? Мне на улице почему это жалко без фильтров? Это как прикол. Это когда только начали это делать. А без фильтров я вас и не узнала. Ребят, простите, пожалуйста, сорвался эфир звонком. Вот. Сижу, смеюсь, говорю, что я постоянно теперь с этим фильтром, что будет, когда его уберут. Мне будут подходить и говорить, а без фильтра я тебя и не узнал. А вы знаете, я только сейчас заметила, что этот фильтр еще верхнюю губу увеличивает. Я думала, он только... Он мне нужен тогда. Не нужен тогда? Нужен, а, нужен тебе скинь, этот... Скинь потом. Хорошо, хорошо. У меня миллион фильтров, которые увеличивают верхнюю все губу. Скинь, поэтому все. Я ими не пользуюсь, а только вот, вот этот вот классный. Ты меня спасешь. Хорошо. Оказывается, он тоже верхнюю губу увеличивает, поэтому люди пишут, что не хочу ли я ее уменьшить. Она реально большая, кажется. Мне все не хватает моей верхней губы. Я о семье своей. Меня какая-то паскуда укусила вчера за большой пальчик. Ноги? Ноги. И у меня этот большой пальчик... Блин, я не знаю, как вам показать. Вот я вам каждый эфир обожаю, обожаю, что я несу. Ладно, мне простительно, я с утра в запаре. Я каждый эфир вам обещаю, что я... Бабушка мной любуется, Ларочка, привет, родный, бабулечка, любимая моя, привет, моя родненькая. Бабулечка на меня смотрит. Бабуль, я скоро постараюсь приехать. Блин, я аж прям чуть этот... Сейчас заплачу, так соскучилась. Я забываю про историю с фильтром, я обязательно выложу. Просто напомните кто-нибудь после эфира мне об этом. Бабуль, тебе начинают тут все приветы передавать. Она очень рада. Бабуль, я приеду с двумя твоими правнуками. Сатечкой и Самечкой. Ты на машине поедешь? Да, на машине поеду. Сама за рулем. Одна? Ну да. Крис. Сати, сами поеду, как Крис, одна. Прям. Сядем, соберемся, в ночь поедем. Я их этот выгулю сначала очень сильно. Угу. Так, чтобы он умолял меня пойти домой. Но он будет гулять до... Бабуля в Ейске. На YouTube всю поездку снимать. Хорошо. Прошлый эфир с бабулей, она такая, да, она у нас очень милая.
Бабулечка в Ейске живет. Ну, получается, 1200 до Ростова или 1180. И от Ростова 180 километров. Ну, в ночь поехать, утром приехать, бог даст, дорога нормальная, если будет. Бабушка вообще классная у нас, самая лучшая. А когда ты думаешь приехать? Клеймо Атю Ами, да, конечно. Мою бабулечка, видишь, тебя тут все помнят. Моднявую бабулю тоже помню. А чего я должна бояться ехать? Похорошела, спасибо большое. Бабуля – это мама папы. Да есть ко мам разве 1200? Папа тоже в Ейске. Лар, а бабушка к вам приехала или ты приехала в Ейск? Самое главное в мужчинах – забота, внимание и уметь отвечать за свои слова. Да, к сожалению, у меня осталась одна бабуля. Все умерли. Царство небесное. Остался наш один одуванчик. Нет, я не заболела. Конечно, с папой общаюсь. Почему с ним общаться не должна? Мама мамы, она умерла уже. Спасибо, девочки. Вам тоже всем дай бог здоровья. Всем вам и вашим близким. Мама живет в Москве с дочерью. Мама просто сейчас на отдыхе. Оставьте маму. До Ейска 1392 по палатке. Это там, где уже надпись идет Ейск, или там, где вы считаете, или там, где они стоят уже, что сдают общежитие. Передаю вам привет, Амин, не надо умолять. Я же вам уже передала. У меня характер... Не знаю. Мамулечка, у меня чей характер, твой или папин? У меня свой собственный он, сформировавшийся. Привет, привет Еревану. Спасибо, девочки. Посмотрела, если сейчас выезжать часов 15. Общий. Да, мам, это точно, что общий. Мамуль, ты что, не на морях? Ты дома отдыхаешь? Спасибо, Новотроицк. Спасибо, Одессе. Не спорьте, сколько километров до Ейска. Мам, ну может как-то по разные дороги же считают. Привет, Узбекистан. Девочки, на мне фильтр. Поэтому верхняя губа кажется такой. Она гораздо меньше уже стала. Сегодня тучки-то не пошла? Нет, сегодня полноценный рабочий день у меня с 8:30 утра. Сейчас вырвалась на маникюр, потом обратно на работу. Зубы не грязные, не успела утром почистить. Спасибо Набережным Челнам. Ой. Прелесть. Здравствуйте. Я на ногу.
Ой, Хала Мадрид. Ну почему же я одна? Я буду с Ати сами. Да, очень хочу в Киев, очень и по Сюзи соскучилась, и столько мы уже договариваемся об этом. Как Бог даст, как открою, да, я поеду обязательно. Привет, Над. И Карачаевой тоже привет. Со всего мира здесь. Блин, сегодня вот хочется... Я, конечно, уже снимала, записывала сторисы, чтобы не получить пизделей. Я не знаю, как у вашего начальника. В набережной с Челнах, да, в детстве. Ну, мало же, мама жила. Я маленькая туда приезжала. Но я помню набережные Челны. Я не говорила, что я туда хожу. Я советовала вам туда ходить. Это моей знакомой. А про то, что я хожу к Нине. Об этом, мне кажется, только ленивый не знает, что 5 лет я хожу сюда. Есть у меня высшее образование. Вы меня сбили с мысли, с моей. Привет Нальчику, Таджикистану. У кого есть детки? Пожалуйста, проверяйте глаза с детства им. Вот я уже сколько дней мотаюсь по больницам с одним человеком, и я вот сегодня вышла и поняла, что у меня дети не вылезут просто от врачей, потому что все можно предотвратить в детстве, когда родители не верят, но видят ребенок бегает, слава богу. Когда надо носить корректирующие очки, никто не хочет этого делать. И потом к ужасным, просто к страшным это проблемам все приводит. Поэтому, у кого есть детки, пожалуйста, занимайтесь их здоровьем с детства и проверяйте все свои глазки, потому что, ну, дороже, я думаю, ценнее зрения нету ничего. Волосы мои. Ну, если я на маникюр, где жопкам быть? В жопке всегда дома. С утра до вечера они дома. Спасибо большое, чем приятно, что я хорошею. На конфетками, вкусняшками в дальнюю дорогу. Вы знаете, как-то поспокойнее стало вкусняшкам. Спасибо большое, девочки, очень приятно. Пока никакой. А в больницу возила куда? Возила в больницу, прививки делала. Да, пользуюсь каплями. Каждое утро Акумитил. Если я не закапываю глаза, они у меня такие красные, что у меня хронический недосып. Да, сохраню эфир. Прививки делали. Чипировала Амечку. Взвешивались, проверяли. Ну все, вы меня прям захвалили. Я ко всем городам и странам отношусь хорошо, и к Украине в том числе. Так красиво. Мелкие спят. Да, у меня период отращивания начался. Спасибо Барнаулу.
это доказанный факт, что роды не отвечают за это. А тем более в нынешнее время с лазером, какие есть. Вы высыпаетесь? Не, я когда высыпаюсь, у меня глаза не красные. Почему на губах нету ничего? На губах перманент, акварельная техника. Почему перестала делать ресницы? Потому что был карантин, и мой мастер не принимала. Вот, помимо того, что никто не принимал, я еще в один день психанула и свои ногти, ресницы вырвала. Вот, поэтому они потом отросли. Вот, может быть, они и поэтому так хорошо отросли, потому что я их вырвала все, не знаю. Училась я в Ринке в Ростове. Да, конечно, я делала лазерную эпиляцию. Сколько обычно я сплю? Ну, по-разному. Вчера легла в начале третьего. Встала в 7:30. Родной цвет русый. Маме нет. Маме делали замену хрусталика. У мамы был плюс, у нее катаракта. А при плюсе лазерную коррекцию не делают. У нее была полностью замена хрусталика. Нина знает грузинский сакартвелос гуамарджос. Боже мой. Это тебе, видимо. Гуамарджос, скажи. Гуамарджос. В дипломе есть тройки. С 9 класса. Такой ответ устроит. Пермамент на губах у меня 2 раза сделан. Последний раз 1.5 года назад я корректировала. Это костюмы новые у Джемки. Нежно-розовые. Просто я, если честно, я уже 3-й день с него не вылазю. Нет, зачем? Девочки, услышьте меня, это получился карантин. Жидкость я купить не могла, салоны закрыты, никто не принимал, все очковали, у меня шансов не было. Потом уже 2 недели, как бы потихоньку все начинали возвращаться к жизни, а на тот период у меня началась страшнейшая аллергия, я не могла понять почему, у меня жутко все чесалось, болело, оттекало. И вот в прямом смысле слова я их вырывала ночью, вот так вот у меня чесались, я их просто повыдергивала. А Ами зачем чипировали? Ну, по-хорошему, всех собак надо чипировать. Спасибо. У меня с глазами все хорошо, я просто рассказываю про ситуации в моей жизни. Спасибо, у меня, мне не нужна лазерная коррекция. У меня зрение 120. И это сейчас не шутки. Ами спит в машине, Ати орет. Как они себя ведут? Это не карандаш для бровей, это тени. Особенно ночью. Да, девочки? Только девочки меня поймут, когда они начинали чесаться. И ты понимаешь, что вот так вот трогаешь... что на середине просто ресниц вот эти вот комочки, и твоя ресница переворачивается, это так больно. Какая любимая песня «За рулем»? Их много. Под кожу вживляется чип. Что значит, как понять чипирование? Нет, я не курю айкоса, не пробовала. Ну, подождите, вы не сравниваете брови и губы. А, все зависит от оттенка. Плюс есть просто пермамент, а есть делают акварельную технику с растушевкой. То есть у меня четких контуров нету. У меня, ну, как просто цвет. Да. У меня просто как накрашенные губы. И поэтому все постоянно спрашивают, что за блеск. А у меня Крис, а как часто надо делать коррекцию? Я делала 2 раза. Ну, то есть первый раз я сделала, на второй я пошла
А клинику мы делали у мамы. Маме делали глаза в этот не глазных болезней, центр восстановления зрения. И вот сейчас я как бы отвела то, что туда знакомого своего. Марина, не могу подсказать, давно как бы уже ничего не покупаю, не с чем сравнивать. Софи не врач, девочки, Софи не врач, Софи будущий врач, она заканчивает сейчас институт, вот, Софи консультирует нас по специалистам, по врачам, к чему, куда пойти, что сделать, и просто курирует. Центр находится при НИИ глазных болезней, именно сам. На ногтях яркие цвета. Для меня это табу. Вы ответили на ваш вопрос. Выглядит классно. Даже когда вы унываете. Неужели вам хочется видеть в отражении зеркала унылое говно? Надо быть позитивной какашкой. Есть до-после должно быть на странице у Элины. Эль Пермамент. И маме брови там выжигаем. Пытаемся вывести уже сколько лет. И я делала. Да, у Василенко. Нет, не люблю черный. У меня дела хорошо. Наверное, этот со временем, ну как-то я не знаю, за эти 2 недели абсолютно спокойно по габаритам. Тоже думала, не смогу. Нос, да, один раз корректировала гиалуронкой вот эту ямочку, которая посередине у меня. Но она уже снова появляется. Сколько сейчас вешу, не знаю. АйГТВ, там же буква G, не Г. АйГТВ. Не знаю, как удобно, наверное, так и говорю. Не задумывалась. Собак чипируют. Во-первых, вас не выпустят за границу никогда, если у вас собака не чипирована. Вот, плюс, если не приведи Господь, украдут или потеряется собака. Кто найдет, кто принесет, любую клинику смогут узнать все данные о хозяине и вернуть. Может быть, ногти, они и портятся без понятия, но мы 5 лет их не снимаем от шелака. Мы им не даем передохнуть. Многие не заметили, а я очень заметила, как поменялся нос. Хотя были и те. Нет, за границу надо, без чипирования нельзя. Во всяком случае, это последняя информация, которая у меня была. Атю я тоже чипировала, когда я его возила в Ереван первый раз. Я делаю укрепление.
делала. То есть все равно есть вот эта выемка, как бы, и она уже начинает проявляться. Вот, но это было так больно, что я уже сколько пытаюсь решиться доделать и не могу. Плюс две недели, это было очень смешно, мы с мамой ржали так. Утром я просыпалась, у меня вот такой пятачок был красного цвета. Гиалуронка собирала всю жидкость, ну, на себя. Во-первых, он был отекший, вот такой вот. Плюс он краснел, это было очень смешно. А Пасихат предупреждала, что, ну, как бы будет отек, что... Я думала, господи, ну когда же настанет этот день, что отек спадет? И как-то я уже даже смирилась с тем, что ничего не спадет, что я накосячила со своим лицом. Вот, и все, оказывается, нет, ботокс, счастья не делала никогда. По номеру чипа у них есть специальные вот такие аппараты, которые проходят вот так вот сверху, он даже не знаю, как назвать, я не знаю, как называется. Как в магазине. Как вот в магазине пикают. Штрих-коду. Да, вот, типа по штрих-коду, только... Больно колоть кончик, да, носа. Без анестезии, без какой. Вот, и этот... И у них высвечивается в компьютере база данных. У них высвечивается ваше имя, фамилия, ваши паспортные данные, место прописки, номер телефона, собаку, сколько, возраст. Какие... Ну, в общем, абсолютно все. Про вашу собачку, да, сканируют. Поэтому как бы необходимо чипирование. Лоб, ксиамин. Для чего я обезжирила? Ой, прости. Губы Ювидермс. Ой, блин, что-то я не то уже говорю. Принцесс, по-моему. БАДы нет, я не пью, мне 33 года. Спасибо. Нет, я не замужем, детей нету. Я не знаю, я не могу вам сказать, какой препарат. И куда, и как он назывался, по той простой причине, что я доверяю абсолютно полностью своему косметологу, этой клинике. Кать пропустила, сейчас, подожди. Носик по спинке не больно колоть, только кончик. Да это понятно, что, возможно, и не больно, но на это надо решиться после того, когда тебе прокалывают носик, кончик, и сам там написано полностью про то, что делали и как делали. Нет, брови не татуаж.
На мне сейчас Вандербоу Веда. Да, я вижу ваши сообщения. Спасибо, очень приятно. Опять я с мысли не туда ушла. И когда я уговорила Пасихат, как я ее уговорила, чтобы вы понимали, об этом вообще знают единицы. Даже мама про это не знает. Я была записана на консультацию к хирургу по носу. У меня должен был быть у него прием. А утром я была у Пасихат. И сижу, рассказываю, говорю, Пась, ты знаешь, я говорю, все, говорю, я решила, я говорю, я буду делать нос. Я говорю, кончик носа, ну, уже сколько можно, я говорю, ты все равно мне не колешь. Я говорю, как раз, я говорю, у меня сейчас будет операция по уменьшению, ну, по коррекции груди. И я говорю, комплексом сделаю этот нос. Она вот так вот на меня поворачивается, говорит, в смысле? Я говорю, все, говорю, ну, это решено уже. Вот сегодня иду на консультацию, сегодня буду разговаривать с врачом. А я в 5 была записана у врача на консультацию. Она мне говорит, я тебя уколю. Я говорю, в смысле уколешь? Она говорит, нос.